Владельцам сгоревших домов в Петропавловске выдадут новое жилье. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров. Напомню, 7 мая крупный пожар в городе полностью уничтожил 9 домов. Еще 2 жилища были повреждены. Тогда в областном центре объявили ЧС техногенного характера. Второй день мы предоставили всем квартиры на 2 месяца полностью аренду. Сейчас объявили ЧС техногенного характера. Сейчас готовим, полностью восстанавливаем документы. Проводится оценка. Как только это все завершится, спецкомиссия работает. Как только будут результаты, мы им предоставим жилье. Айдарбек Сапаров также сообщил, что в целом область готова к пожароопасному периоду. Всего в регионе расположено 12 лесхозов. По словам акима, они на 80% обеспечены необходимой техникой. Сейчас в лесничествах установлено 55 постов наблюдения. Мы проводим полностью инвентаризацию насчет обеспеченности техникой пожарными машинами. Они сейчас готовят бюджетную заявку. Дополнительной техники мы во время уточнения, если бюджетную заявку подадут вовремя, документы будут подготовлены, мы дополнительные средства выделим. Сегодня же мажилисмены одобрили законопроект, запрещающий передавать пастбище частникам. Теперь сельхозугодия больше не смогут предоставлять без конкурсов. Депутаты также предлагают запретить перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий и ввести отдельное понятие «общественные пастбища». Всего народные избранники поддержали 49 концептуальных поправок.